Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Crazy King. Так, ну что, заберем с тобой кристаллики. Плюс у нас тут что-то у героя. Бронька 3-го уровня, прокачалась, отлично. Так, ну что, одели. И пойдем-ка мы, наверное, с тобой в башню короля минотавров. В прошлой серии мы с тобой здесь чинили проход. О, тут еще будет одна починка. Ладно, давай посмотрим, что нас здесь поджидает. Так, выбрать. Король минотавров, да? Значит, здесь будут у нас, как обычно, минотавры. Так, давай, наверное, возьмем. Слушай, а нам нужно с тобой взять вот этот вот удар метеорита или не надо? Я попробую так сыграть, друзья. Смотрим. Так, вот их путь. В принципе, здесь ничего сложного, я думаю, нету. И в основном, друзья мои, я беру вот этих вот магов. Как вы мне в свое время посоветовали. Очень даже неплохо они ведут себя. Так, давай-ка мы с тобой поставим легионера. Ну и, наверное, можно взять одного стрелка. Давай даже, наверное... А, подожди, вдруг здесь скелеты хотят... Откуда им здесь взяться? Поставим еще одного лучника. Ну что, поехали. Давай смотреть, что у нас из этого получится. Естественно, будем с тобой в первую очередь прокачивать именно магов. Так, смотри, ну пока вроде бы все неплохо. Ни на что тратить не собираемся. Будем просто копить с тобой энергию и прокачивать магов. Потому что здесь 100% пойдут уже бронявые. Опачки, а вот это, друзья мои, подстава. Ты посмотри, они взяли обходной путь. То есть следующая волна пойдет немножко по-другому. Блин, а я к этому и не готов был, если честно. Тогда сделаем с тобой вот так, наверное. Прокачаем здесь, вызовем с тобой следующую волну и посмотрим. Фиговенько так вот. Значит, сделаем с тобой немножко по-другому. Выставим сюда нашего легионера мелкого. Пускай он здесь будет стоять на прикрытии. Хотя я сомневаюсь, что это нам вообще здесь поможет. Ох, тут 7 волн, оказывается, будет. Ничего себе, я тут на 5 рассчитывал. Ага. А не тут-то было. Так, ну маги, как ты видишь, сверху очень даже хорошо справляются. А вот здесь уже начинаются крысы. Так, нам нужно, наверное, еще и лучника прокачать. Пускай будет отравление. Твою налево, ты посмотри. И там идут. Так. Интересно, смогут ли мои маги завалить вот этого, который отравлен идет, первый? Да, справились. Но согласись, уже с натяжкой мы тут с тобой справляемся. С большой натяжкой, потому что волны, они идут какие-то кучкой вот. Если присмотреться, смотри, целыми отрядиками. Вот здесь вот, которые идут в обход, именно вот отсюда. Так тут вообще их никто не бомбит. Они себя чувствуют вольготненько. Поэтому я даже не знаю, ребят, давайте, наверное, еще прокачаем нашего мага. Замечательно. Так, мой главный герой там немножко уже покоцанный, я смотрю. Я думаю, следующую волну можно смело вызывать и прокачивать здесь также мага. Что мы видим? Мы видим, что, ребята, идут копейщики. Ёк-макарёк. Ага, справились. Все, не прошли они. Блин, ну вот здесь вот хочется что-то влепить. А, вот у нас есть башенка. Ё-моё, я не заметил. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, сделаем вот таким вот образом. Они все равно здесь идут кучно, поэтому бомбардиру будет самое то их обстреливать. Да-да-да-да, именно так и будем делать. Здесь прокачаем с тобой, наверное, отравление. Потому что если мы на самом начале пути их отравляем, и пока не дадут до, как говорится, финиша, да мало кто вообще дойдет, потому что будет уже отравленным. Так, я вызываю следующую волну, и это у нас будет пятая. Пятая волна. Так, слушай, давай-ка беги. Беги, родной, беги, видишь? Нормально, справились. Шикарно. Опачки, а кто это убил моего главного персонажа? Все, я понял, кто. Кто это посмел сделать? Да, он, кстати, идет отравленным. Так-с. Слушай, ну здесь вообще у нас как-то вот мало всего. Наверное, нам придется здесь еще поставить одну башню лучников. Воу-воу-воу-воу-воу.
Быстрее, 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 на перехват, на перехват. Блин, вот теперь я жалею о том, что мы с тобой не взяли никаких заклинаний. Ни капкана, ничего у нас нету, хотя вроде бы справляемся. Так, я, наверное, все-таки прокачаю наших магов. Дорого, конечно, это будет всем не стоить, но лучше потратиться. Так, лучника завалили. Прокачиваем. Нормуль. Нормуль наш маг поджаривает, как ты видишь. Ага, а вот пошла тяжелая пехота. Вот она идет на самом верху, друзья мои, на самом верху. Поэтому давай прокачаем лучника нашего. Здесь вот так сделаем. Блин, и по низу тоже, кстати, идет бронявый. Блин, что будем делать, ребят? Где-то вот здесь надо их ловить всех. Мы сейчас с одним, с этим только вот, с этим будем с тобой долго драться. Хотя, если мы тут будем с тобой сейчас его травить и бомбить. Слушай, оу-оу-оу-оу-оу. Хотя, что, я пожанулся, все нормально. Так, охота на минотавров, я выполнил задание. Это круто. А вот сейчас будет последняя волна, поэтому подготавливаемся к ней. Прокачиваем еще своего мага. И вызываем следующую волну. Так, может быть, нам куда-то можно поставить. Вот сюда поставим еще одного лучника. Пускай расстреливают. Хотя бы легких, если убрать, они будут меньше нам мешать. Верно? Верно. Этот маг у нас прокачан по полной программе. Вот этот вот. Остается вот этого докачать. Слушай, довольно плотно идут они. Посмотри. Молодец, бомбардир. Так им надо. Давай-ка вот здесь, наверное, прокачаем молнии. Слушай, шансов у них здесь, по-моему, нет пройти. Мы тут хорошо с тобой обороняемся. Я бы даже сказал, вообще отлично. Так, этих забомбили. Давай, вон там наверху два тяжа идут, но шансов у них пройти здесь нету. Абсолютно. Ну что я могу сказать тебе? Все, прошли. И это круто. Получили карту бомбардира. Карта бомбардира. Ее можно скрестить, наверное. Так, у нас доступен, да, у нас доступен следующий этаж. Вот этот. А после него уже будет, как говорится, происходить ремонт. Слушай, я, наверное, вот эту вот карту уберу. Она здесь вообще не нужна. А вот это вот я заберу. Вот так, скорее всего, с тобой сделаем. Разведочку. Так, ну, видишь сам. Не слишком тут много врагов, конечно, будет. Поэтому поехали. Так, сколько нам с тобой защищать нужно? Вот это вот плохо, друзья мои. Хотя здесь перекресток у нас идет. Именно вот в этом месте, да? Вот он. Вот здесь мы тогда и поставим. Значит так, делаем с тобой мага. Сюда поставим вулкан. Где-нибудь вот здесь пускай стоит. Еще мага. И еще мага. Не жалеем. Плюс поставим лучника. Наверное, куда-то вот сюда. Сколько волн? Здесь 4. Почему-то меньше будет волн. Но, наверное, они будут здесь побольше. Но это не точно. Будем сейчас смотреть. Так. Что это? Они мне сразу предлагают следующую волну вызывать. Они рано ли? Так, главное никого не пропустить. Можно, в принципе, еще одного мага вот сюда поставить. Для подстраховки. Все, вызываем следующую волну. Сколько стоит прокачка? 110. Ну ладно, сейчас накопим и сделаем прокачку. Можно, в принципе, и вулканчик прокачать. Но все-таки лучше магов. Так, ну что, первый маг готов. Давай, поехали на прокачку. Слушай, 4 волны. Мы успеем ли вообще здесь прокачаться? Вот что меня интересует. Хватит ли у нас энергии? Но здесь вроде бы все нормуль. Победили. Так, давай-ка вот здесь, наверное, сделаем тоже. Сразу поражать двух врагов, чтобы можно было. Вулканчик, вот он бомбит, ребят, но я не вижу, чтобы он наносил существенный урон, так скажем.
Просто этого незаметно. Он потихоньку там шмаляет, но это несущественно. Так, сейчас мы этого мага с тобой, наверное, запинаем. Все, он упал. Так, уже пошел тяж. Ну, здесь шансов у него нету. Прокачиваем силу атаки. Да, мой герой как самый этот, как самый нытик, упал уже, короче. Расслабляется. Ну что, вызываем следующую волну. Это последняя волна у нас. И где мой герой? Почему он не встает? Что он лежит там? Будет резаться или нет, в конце-то концов? Эй! Так, может быть, нам действительно с тобой прокачать здесь? Вот так вот. Так, он ожил, да? Ну, здесь электрический, как говорится, его начинает бомбить. Так что тяжу здесь не пройти. Там еще один тяж вышел. Так, ну-ка прокачаем. Да, ну, куда там ему с нами тягаться-то, ё-моё, смотри. Все, мы его прихватили, естественно, сейчас маг электрический его добомбит. И, наверное, все, да? Ну что, шлем. Какой-то шлем мы с тобой достали. Надо посмотреть. Ну, как ты видишь, да, опять же, 2 часа будет делаться. Ох, ёк-макарёк. Башня Минотавра. Я-то думал, что вот, друзья мои, я думал, что вот это будет все. А тут нам эту башню с тобой бомбить и бомбить. Да. Так, ну что, у нас есть 2 новые миссии. Кстати, те миссии, которые мы с тобой не прошли тогда на 3 звездочки, я их допрошел на 3. Задание. Так, это я выполнил. Забираем награду. Так, убить 250 скелетов и выиграть на арене 3 боя минотавров. На арене. Это не где имеет в виду. На какой арене? Вот здесь вот? Скорее всего. Так, ну этим займемся позже. Короче, у нас вот миссия и вот миссия. Давай-ка, наверное, вот с этой начнем. Хочется посмотреть. Во мраке туманного болота даже деревья шепчут имя короля нежити. Только шепот этот заглушен скрипом и треском марширующих скелетов. Вот так вот. Ребята, здесь обязательно надо брать хила. Обязательно. Здесь вот это вот не нужно, а вот это вот против скелетов самый топчик, поверь мне. Не знаю, нужно ли нам с тобой открывать замочек или перебьемся. Наверное, перебьемся. Хотя скелеты на самом деле здесь очень жесткие. Так, ну что, вызываем этого. Я больше уверен, что вот с этих дорожек они, наверное, тоже пойдут с боковых. Ну что, выставляем по радиусу. Вот так вот. Я не знаю, обычно скелеты, ребята, ходят вместе с минотаврами. Поэтому на всякий случай поставлю еще пару электрических. Вот так вот, поехали. Так, пока... Ага, скелеты, бронявые. Так, что у нас тут за Википедия? Костяные лучники, исключительные стрелки. Чтобы овладеть луком и стрелами, требуется время. У костяных лучников его в избытке. Они стреляют раз за разом и целятся с неестественной точностью. Вот так вот, друзья мои. То есть, намек, что жди лучников. Они вон сзади как раз прут. Ну, мои маги, как говорится, хиллеры, очень быстро с ними расправляются. Идет армия партизанов. Да, их лучше сразу прокачивать. У них 3 уровня, ребят, прокачки. Так что с лихвой справились. Вызываем сразу следующую. Сколько вообще? 5 волн здесь будет. Ну и про электрических тоже не стоит забывать. Они все-таки неплохо бомбят. Особенно вот этих вот магов в броне. Так. Это что за выкрутасы, я не понял. Слишком много их что-то здесь на нас бежит. Но мы все-таки даем отпор. Вызываю следующую волну. Третья. Так, этого тоже прокачаем. Надо будет еще верхних прокачать по полной программе, да? Чтобы уже не бояться ничего. И все. Хочу получить новую башню, но мне почему-то не дают. А их здесь еще много. Я, по-моему, насчитал, ребята, где-то около 16 башен.
А у нас с тобой открыто только раз, два, три, четыре, пять. Пять башен. Ну, вместе с вулканчиком, если считать. Так, можем дальше прокачиваться. Давай вот так вот сделаем. И здесь тоже прокачаем. Все, следующую волну вызываем. Предпоследняя. Они пошли уже с другой стороны, но... Погоди, с другой стороны. Если они сейчас наверх пойдут, это будет самый короткий путь для них. Точно. Точно, блин, это будет самый короткий путь для них. Ёк-макарёк. А где мой второй-то... Блин, мы вдвоем даже не справились, прикинь. Не видать мне двух звездочек как своих ушей. Точнее, трех звездочек. Зашибись. Они взяли меня, просто обманули. Просто по короткому пути пошли. И я-то что-то как-то не подумал даже. Я знал же, что здесь пойдут они. Но ничего не стал предпринимать. И вот зря. И вот как говорится, все вышло наружу. Надо было вот этих вот магов прокачивать. Все, фул прокачка. Тут вот, которые идут снизу, да, вообще волноваться не стоит, потому что им здесь действительно не пройти. А вот тут вот по короткому пути меня, конечно, обманули. Ну ладно, ничего страшного, ребята, за кадром я потом пройду на три звездочки это все дело. Главное сейчас просто пройти. И все, что мне дали, башню артиллериста, да, и немножечко гемов. Так, максимум билетов на арене. А здесь что? А, я могу прокачать еще. Тогда прокачиваем. Так, давай дальше. До третьей ступени, да, получается, мы их прокачиваем. Кстати, у нас шлем. Две штуки. Сейчас посмотрим, что у нас лучше. Этот шлем или который у нас надет. Так, зачем мне друзья? А у нас шлема вообще нету. Здоровски. Вот теперь... А, ну шлем, просто сняли мы его. А ботинки? 10. Ага, 10, 10 и 3. А здесь 7 и 3. Нет, наши ботинки, которые одеты лучше. Ну что? Открылась у нас новая миссия. Тут, кстати, какой-то внизу будет островок, я смотрю. Ну что, погнали. Огромный город-крепость Фигаро в беде. Армия скелетов короля Нежити штурмует ворота. Если падет Фигаро, запад потерян. Прогоните их любой ценой. Прогоните их любой ценой. Окей, я постараюсь. Обещать не буду, но сделаю все, что возможно. Так, ну что, берем с тобой бомбардира, наверное, да? Хотя зачем нам бомбардир? Я все равно, ребята, его... не выставляю. Лучники здесь точно не нужны, поверь мне. Давай я возьму вот так и вот так. Я просто ни разу не пробовал метеорит, если честно. Так, смотри, здесь раз, два, три. Три дорожки. И они, естественно, с них пойдут все. Так, друзья мои, как всегда, отвлекают. Все, не вовремя. Ё-моё. Я даже забыл поставить армию. Ладно, пока терпимо вроде бы, да? Посмотрим. Ну, крысы, сам понимаешь, довольно легкие. Давай посмотрим, как вот эта штука работает. И все? Я-то думал, что здесь будет что-то посущественнее. Но нет. Ладно, копим с тобой энергию для того, чтобы прокачать наши башни. Так, сюда. Оу! Ё-моё, я же пожанулся. Побежал там один скелет. Все-таки они могут, ребят, здесь пробежать, если захотят. И это мне совсем не нравится. Так, иди сюда. Будешь стоять, помогать. Вот здесь еще поставим с тобой башню, да? И сколько волн? Кстати, здесь 6 волн будет. Угу. Но ускоряться нету смысла, потому что иначе будет, ребята, фейл. Их тут набежит целая куча, и мы почему-то не сможем справиться. У нас есть с тобой дракон, если что. Так, я вижу, что они хотят сделать. Они хотят пойти еще и по этому пути. Хм. А этот путь у нас вообще практически, ребята, ничем не защищен. Вот в чем проблема-то. То есть, это даже самая коротенькая дорожка получается, да?
Да, который справа у нас находится. Вот, вот это вот самый короткий путь. Они вот здесь быстрее всего могут пройти. Поэтому надо усилять, естественно, здесь магов в первую очередь. Ну и, конечно, поставить бы башню еще не помешало бы одно. Так, я этих орлов сейчас вот так вот. Вот, идет скелет у нас. Страж. Ну, подбили мы его. Ну что, давай, наверное, этого тогда прокачаем мага. Целителя. Все вроде бы, да? Вызываем следующую волну. Бежит, сломя голову. Ну, ему не пройти. Когда они идут по одному... Да, ребят. О, кстати, этот... Крысолов. Блин, со своими крысами. Слушай-ка, вот крысолов как раз очень крепкий. Тут надо тогда прокачивать электрического мага. Эй! Фига вы, ребятушки, тут. Не припухли бы. Блин, успеваем, вроде как успеваем. Крысолов, это, по-моему, относится, ребята, не к нежити. Это, по-моему, минотавров кореш. Так, ладно, сделаем таким вот образом. Так, вызываем сразу следующую волну. Еще и понизу пошли. То есть сейчас их будет здесь самая большая концентрация. И опять этот крысолов, блин. Запарил ты, а? Так, смотреть надо в оба. Ничего не пропустить. Да, дракон, ты будешь сегодня... Блин. Я офигею, почему он не берется, ребят? А, он... У него откат. Я думаю, что я не могу его взять. А он перезаряжается. Хорошо. Так, ну вроде бы... А что ты-то делаешь? Никогда еще не были взяты. Чего? Врата Фигаро. Не отдадим и сегодня. Согласен. Опять ты идешь, а? Крысолов чертов. Сейчас начнет свой свиристель тут дудеть. Попробуем завалить его. Серьезно? Ничего не получилось. Так, пока не будем дракона вызывать. Потерпим. Здесь прокачали. Смотри, 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 внизу идет какая толпа скелетов. Эй, парень, ты не оборзел ли, а? Вот серьезно. Свистульку он там не давит. Блин, ну тут красавчик, конечно. Наш легионер там бомбит. Будь здоров. Давай так вот сделаем. Нет, метеорит — это какая-то фигня. Я буду знать, что это полная бредятина. И брать его не стоит. Ох ты! Друзья мои, наконец-то мне дали новую башню какую-то. И чем-то напоминает мне эту башню шамана какого-то. Так, у нас открывается с тобой... Ага. А где же тогда башня скелетов? Я так понимаю, ключики-то нужно собирать будет для нее. Так, карты, давай посмотрим, что за башню мне дали. Замедлять врага до черепашьего шага. Замедляющая башня. Слушай, ну это же круто. Как раз против всех вот этих быстрых, да, которые любят бегать, она зайдет как никогда. Ну что, двигаемся дальше. Так. На некоторых уровнях запрещено использовать некоторые карты. Здесь указано, какие карты использовать нельзя. И какие же карты нельзя использовать? Здесь воздух тяжелый от вони гниющих трупов. Наши герои чувствуют дурноту и не могут сражаться. Сможете ли вы без них остановить идущие меж деревьев войска? Ты понял намек? У меня здесь не будет героев. Зашибись. Блин, вы серьезно? Я буду здесь играть без героев? Даже этого не могу взять, ну-ка. Прикинь.
Так, вот это не задачка. Ладно, я посмотрю рекламку, открою ячейку, и нам надо будет с тобой брать тогда здесь. Да практически все. Поехали. Меня только интересует другое. А помощь я тоже не смогу вызывать. Значит, смотри, здесь. Ух ты, а кто это? У нас новые противники здесь будут. Так, два крысолова. Так, и в основном скелеты. В основном скелеты. Лучники против скелетов бесполезны, мы это знаем. Вулканчик взять или капканчик? Что лучше? Вулканчик или капканчик? Я думаю, я возьму, наверное, все-таки вот эту вот башню. Поехали, друзья. Так, а, так все-таки мне моего героя дали. Отлично, так, что ты там скажешь? У нас нет героев для защиты. Надеюсь, вы улучшили свои заклинания и башни. Ну, как сказать, улучшил. Насколько это возможно, то да, улучшил. Они пойдут сверху. Значит, сюда я поставлю, наверное. Так, дыры во времени. Телепортация каждые 15 секунд. Куда? Куда телепортация идет, непонятно. Не написали. Так, подожди, если скелеты нам здесь надо будут. Вот так. Замедлях уже я еще сюда поставлю. Пускай стоит. Все, ребят. Делаем призов. Будем смотреть, как эта башня замедляет. А, вот она как делать. То есть она замедляет только того противника, которого бомбит. А не те, которые попадают в зону, да? В радиус, понял. О, так он, смотри, он круто замедляет. Он по всем практически, ребят, стреляет и делает замедление. Слушай, это круто на самом деле. Идут, идут голодранцы. А мы можем с тобой, знаешь, что делать? Вот так вот. Опачки, поджарили их. Может быть, электрических поставить? А? Что скажешь? Или перебьемся? Наверное, пока перебьемся. Так, а тут крысы бегут. Вот с крысами желательно бы как-то быстренько разбираться. Их очень много, поэтому мы как бы тратим с тобой тут, сам видишь, время. Упс, 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 тихо. Да ну, блин. Ну что ты стоишь? Зачем я нажал это? Я не это хотел, ребят. Ну вот, вот тебе и результат. Ох ты, это кто у нас такой? Зомби прочны и медлительные, настоящие ходячие мешки яда. Сотни лет детей пугает рассказами о зомби. Бои зомби напугают героев не на одну сотню лет. Ты прикинь, у них защита от яда 100%. Так, атака 16-22. Отнимает одно сердечко за проход. Да ладно, ты серьезно? Ты так медленно мало отнимаешь у них здоровье? Так, посмотрим. Ну, монахи нормально бомбят. Надо вот сюда было его выставить. Ёк-макарёк. Мне это совсем не нравится. Блин, ну как же все-таки с крысами-то лопахнулись, а, ребят? Вот ни за что бы не подумал, что можно было бы так вот сфейлить. Аж 4 сердечка. 4 сердца мы сфейлили с тобой. Да, по глупости на самом-то деле. Чем электрический мне нравится? Тем, что он может поражать до двух целей. Эти все бьют по одной цели, а он именно может две. Вот так вот прокачиваешь и все. Если опять выйдут зомби, я уже буду их, наверное, драконом жарить. А, смотри, смотри, смотри. Все, справились. Давай, а, следующая волна, это еще. Вот они идут, хлопчики, ну-ка. Ой, как хорошо им сейчас. Их там причем очень много. Вышли откуда-то из лесу, а? Слушай, ну электрический маг бомбит их за милую душу. Вот что я тебе могу сказать.
просто их зафигаривает, как нечего делать. Ну что, вызываем с тобой следующую волну. Это у нас предпоследняя. Скелетики идут. Ну, с ними будет довольно легко разобраться. Так, телепортировал. Угу. Ну, как тебе сказать, маг замедляшка. Может быть, если его прокачать, да, хотя бы уровня третьего, чтобы у него появились какие-то новые способности, он будет еще лучше. Но в данный момент, ну, чего-то не хватает. Ребят, будем честны, не хватает чего-то. Может быть, замедляшку слишком медленно он делает. Так, идут опять. Опять орда зомби валит из лесу. Из деревни, из того вон особняка. Сейчас мы драконом с тобой поджарим их всех. С залпом причем. Вот так вот. Вообще круто. Просто круто, ребят. Ну что, и вызываем с тобой последнюю волну. Идут. В общем, с тех сторон обычно идут скелеты, а зомби идут именно из того особняка. О, бомбардир, кстати, тоже неплохо, ребят, нам помогает. Видишь, он и поджог делает, и все. Вообще четенько. Правда, я не видел, скелеты подвержены огню или нет. Он этот. Два. Ё-моё, сейчас же крыс нам вызывают. Блин, сейчас она вызывает нам крыс. Давай, вот. Вот кого надо было ставить. Бомбардира против крыс. Он очень быстро их уничтожает, видел? Просто бросает туда бомбочку и все. И крыс как будто не было. Смотри. Тыч. Да? Оу, ёк-мак, посмотри. Нам срочно нужен дракон, друзья мои. Ты посмотри, какая армия зомби идет. Ё-моё. Готов. Поехали, жгем. Вот это да, вот это я понимаю. Прижучили, ребятулик. Ну и все. Очень даже быстренько мы с ними всеми расправились. Так, а вот теперь мы с тобой сможем прокачать как раз башню шаманов. Единственный недочет, что мы с тобой не прошли все-таки на 3 звездочки. Так, доступны слоты. Ох ты, а это что-то новенькое, ребята. Это открылось у нас недавно, что ли? Ну что, попробуем, да? Так, ну что, делаем спин и смотрим. Так, и... Это я получил или что? Или это ничего не значит ровным счетом? По-моему, ничего так, в осаде. Это что еще такое? Аванпост. Бронированный легион осадил аванпост. Аванпост осажден бронированным легионом. Защищайте аванпост каждый день и получайте отличные карты. Отбивайте атаки каждый день и получайте награды. Так, это что-то новенькое, ребят, давайте посмотрим. То есть у Минотавров у нас это арена, а здесь, я так понимаю, аванпост. Ух ты, смотри, все-таки мы получили с тобой. Кто это у нас? Башня с дротиками, первый уровень. Кидает во врагов магические дротики, позволяя получить дополнительную манну. Хм. А вот это что? Башня-пушка, тяжелая артиллерия с обширной зоной поражения. Блин, друзья мои, я хочу и то, и то. Так, вместо дракона, может быть, попробовать. И вот этого с дротиками хочу. Блин, вот куда его, я не знаю, куда вот взять с дротиками, ребят, на пробу. Так вот, может быть, есть только. Так, ну что, давай посмотрим. Значит, мы с тобой должны защищать аванпост. Посмотрим. Ага, вот они, чувачки, стоят. С пушкой, подожди. Здесь надо было разведку сделать. Мы бы посмотрели, кто у нас тут будет идти. А так я даже не знаю. Не глянул, не успел. Так, чувачка с дротиками поставим. Ну чё, давай проверим. Урон плюс 24, неплохо. Так, это кто? Это скелет? Нет, это, ребят, не скелеты. Ой-ой-ой-ой-ой, это какие-то...
Блин. Эпический Эльма. Я могу только вот этого призвать. Он хоть вышел на поле боя-то? Да, он вышел. Нифига себе. Это тут 4 волны, они уже больно лютые какие-то. Так, давай хоть почитаем про них. Это базовый пеший солдат с тяжелой алебардой. Большинство воинов одевает на себя броню, а бронированные в ней рождаются. Покрытые с головы до пят тяжелыми пластинами, даже крестьяне похожи на бывалых солдат. Собственно, они ими и являются. То есть это крестьяне обычные, да? Одеты в тяж броню. Хорошо. А вот это тогда кто? Рядышком. Это бронированный легионер. Несмотря на то, что они закованы в броню, многие бронированные боятся за себя и чувствуют свою природную защиту недостаточной. Те, кто не могут позволить себе дополнительные пластины брони, одеваются в кастрюли и сковородки. Тяжело вооруженный бронированный пехотинец. 160 здоровья, 25-35 атаки. Не кисло, я тебе скажу. Совсем не кисло. Тут, ребята, мой маг вообще ни о чем. Так же, как и артиллерия, по ходу дела, да? Вообще здесь... Нет. Это все не то. Тут надо ставить электрических парней. Только, мне кажется, они здесь могут нам помочь. Да. Хотя, если артиллерию прокачать довольно хорошо, то, возможно, за ними будущее. Ну уж точно здесь явно маги, которые именно целители, они здесь не рулят. Просто не рулят вообще. Так, и с дротиками я еще не посмотрел, что он умеет делать. Было написано, что он может накапливать ману нам. Так, у нас еще, оказывается, внутри есть. Так, ну что, предпоследняя волна. Ёк-макарёк. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Жесть. Ведь не пройдете. Так, с дротиками там что-то пытается, ребята, пытается что-то сделать. Но, походу, дело без полезняк это все, да? Давай на всякий случай сюда поставим с тобой. Зачем дротик? Мне нужен был электрический, ё-моё. Хотя, ты знаешь, мы вроде бы их сдерживаем здесь. Давай следующий сразу позовем волну. Да, мы здесь справляемся, и слава богу. Так, электрического ставим вот сюда. Так, пушка бомбит, пушка бомбит. Так, электрический, давай, 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 вжаривай, вжаривай, я тебе говорю. Так, в принципе, все, больше мне здесь никого поставить нельзя. Все ячейки у меня забиты. Единственное, что остается только прокачивать наших магов. Ну да, все, ребята. Здесь будет победа за нами. Слушай, ну он прикольный, прикольные тут всякие миссии, ребят, мне нравится. Щит. Мы получили просто щит с тобой. На больше мы не заработали. Вы хорошо защитили аванпост. Разведчики сообщили, что бронированные готовят новое нападение. Они вернутся через 12 часов 43 минуты. Угу. А, тут день второй, потом на третий день, ребята, можно получить офигенного стрелка. Ты посмотри. Ну ты видишь, да? Блин. Круто, что я могу тебе сказать. Так, а я ведь могу что-то улучшить, насколько я помню. Так, это у нас новая башня. Так, увеличенные бомбы. Это прокачка будет, а здесь улучшенная точность. Нет, не могу, ребята, я никакой новой прокачки сделать. Так, вот. Улучшатор. Так, что он будет делать? Астральные кандалы удерживают врага? Серьезно? Блин, у меня даже геймов нет, чтобы быстренько ускорить. И здесь не заработал. То есть у нас с тобой есть арена. Есть... башня.
тут вот, если мы пройдем башню, тут дальше, видишь, будет еще там дополнительные какие-то уровни. Здесь, судя по всему, если мы тоже с тобой наберем, то мы с тобой сможем пройти в левую часть карты. Так, ну что, давай, наверное, пройдем вот этот уровень. Однажды два герцога решили построить дорогу между своими землями, как символ их вечной дружбы. Пока рабочие встретились каждый со своей стороны на середине дороги, герцоги начали войну, и две дороги разошлись в стороны, чтобы никогда не пересечься. Невстречающаяся дорога называется миссия. Ах ты, друзья мои, у меня не хватает энергии. Блин, я всю энергию отработал. Как-то быстро, быстро. Ну да ничего. Мы обязательно с тобой увидимся тогда в следующей серии и обязательно продолжим играть. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.